Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme GT Neo 2 можно изменить стиль иконок. Заходим с вами в настройки, нажимаем персонализация, стиль значков, и можем изменить стиль значка. Можем как-то по-своему сделать. Можем увеличить размер или уменьшить. И можем увеличить или уменьшить, и даже убрать название приложения. После чего просто выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!